Первой работой Перова, написанной после возвращения в Россию, стала картина «Проводы покойника». Если ранние произведения Перова – это обличительный документ с подробным перечислением свидетельств существующего зла, то пафос «Проводов покойника» – не увлечение во зле, а сострадание его жертвам. Настроение картины – немая, бесслезная скорбь бедняков, привычных к несчастью. Известно, что Перов никак не связывал замысел картины с некрасовской поэмой «Мороз, красный нос», хотя в зрительском сознании «Проводы покойника» прочно закреплены как иллюстрация к Некрасову. И действительно, картина могла бы служить идеальной заставкой поэмы, но у Некрасова, где также описываются похороны бедного крестьянина, все же присутствует похоронный ритуал – проводы, шествия. Убитая скорбная пара, шли мать и отец впереди. Ребята с покойником оба сидели, не смея рыдать, и, правя совраской гроба, с вожжами их бедная мать шагала. За Дарьей соседей, соседок, плелась негустая толпа. У Перова будничность, обыденность смерти и почти невероятное для крестьянского быта одиночество. Нет даже ни густой толпы соседей, нет проводов, просто свозят гроб. Единственным провожающим оказывается воющая собака. Ей выпала роль хоть как-то оплакать умершего хозяина.
предыдущих произведениях Перов намеренно обращал к зрителю лица героев, словно призывая читать запечатленные на них следы пороков, уродства, тупой бессмысленности существования. В «Проводах покойника» он изображает фигуру героини со спины, скрывая от зрителя лицо, проявляя таким образом деликатность художника, который понимает, что рассматривать лицо убитого горем человека было бы в данном случае неуместным, праздным любопытством. Былой изобразительный рассказ превращается в выразительное молчание. Важная роль отведена пейзажу. После основательно подзабытых эпизодических в первой половине XIX века опытов в изображениях зимы Перов едва ли не первым из русских художников середины века делает зимнюю природу художественной темой своих произведений. В «Проводах покойника» застывшая земля, сумрачный косогор, холодная даль. В «Тройке» тревожный ветер и метель. В «Последнем кабаке» у заставы зимние сумерки, поземка и ледяное небо. «Проводы покойника» стали значительной удачей Перова, но одновременно здесь обозначился в критическом реализме действительно критический, то есть переломный момент. Описательный жанр с обличительной тенденцией был бы шагом назад, повторением пройденного. Одно только перечисление сюжетов, которые так или иначе занимал Перова во второй половине 1860-х годов, выдает стремление удержаться на высоте обличительного пафоса, но одновременно демонстрирует метание художника, прежде столь решительного в выборе сюжетов и ныне словно не знающего, за что приняться. Одновременно с «Проводами покойника» была начата и вскоре брошена большая картина «Монастырская трапеза», сюжетно напоминающая чаепитие в Мытищах, но в широкомасштабном эпическом варианте. Тогда же написана очередная у бассейна. Бедняки в зимнюю стужу и вьюгу, стоящие в очереди за водой. В том же 1865 году написана небольшая работа «Дворник, отдающий квартиру барыне». Вылезая из двери с надписью «Ко дворнику» и неприлично почесываясь, главный персонаж тычет пальцем в сторону нанимаемой квартиры, а гримаса на его физиономии призвана изобразить хамский рев существа, почти утратившего человеческий облик. Перов пытается продемонстрировать унизительность ситуации для людей, вынужденных терпеть это хамство. Молодая девушка отвратила взор от мерзкого дворника, словно стремясь закрыться, защититься от зрелища, оскорбляющего ее целомудрие и благовоспитанность.
Ряд сюжетов второй половины 1860-х годов остался лишь в замыслах. Свидание истинного любящего будочника с соседской горничной, выздоравливающий ребенок, где Перов намеревался представить радость всего семейства, начиная от старой бабушки и кончая еще более старой няней, которая идет с просвиркой, и остальные не знают, чем забавить и чем накормить больное дитя. Первоначальный замысел последнего кабака у заставы был таков. Сцена крестьян, возвращающихся с заработков. Один из них, подперши голову рукой, облокотившись на стол, поет грустную песню, а другой нетерпеливо зовет его продолжать свой путь к дому. В двери видны крестьяне, уже сходящие с лестницы с котомками и топорами на спине.